Здравствуйте! Сегодня я хочу вас взять с собой в это незабываемое путешествие. И это касается всех фанатов сериала «Даллас» и не только. Я думаю, что нет такого человека, который бы не слышал о сериале «Даллас», который вышел в 1979 году. Если я не ошибаюсь, он снимался до 1992 года, где-то так, или третьего. Ранчо Саундфолк находится в пригороде Далласа, я думаю, около 20 минут на машине. Билет на это ранчо стоит $14. Экскурсия начинается вот так вот, нас садят на трактор, и мы едем по угодьям, видим какие-то таверны, машины старые, и нас везут к самому главному меншину, да, вот этому белому зданию, в котором проходили съемки сериала «Даллас». В самом здании нас встречает гид. Она рассказывает, что в 80-х она была фанатом сериала «Далласа» и одним из тех сумасшедших фанатов, которая пыталась пробраться в это здание. Но в конце концов она подросла и стала здесь работать как экскурсовод, потому что лучше, чем она, об этом здании, об этом сериале вряд ли кто-то знает. Так как мы попали в канун Рождества, то все было украшено елочками, Санта-Клаусами, все было по-рождественски, очень красивый был накрыт стол. В общем-то, об этом столе, об этой комнате говорилось, что очень много съемок там проводилось именно за этим столом, где проходили все ужины и встречи в этой комнате. Если вы это помните, можете поделиться впечатлениями, что для вас стало самым запоминающимся из сериала. Я не могу сказать, что я прям вообще помню, о чем этот был сериал. Я пересмотрела несколько серий, довольно-таки интересно, несмотря на то, что это 79-й год, но очень интересно. Они, кстати, очень стильно одеваются. Это об очень богатой семье нефтяников, как всегда, там любовь, измены, деньги, предательство. Вот известный бассейн тоже. Это экскурсовод рассказывала, что очень много съемок проводилось возле этого бассейна, но я не помню, я не видела этот эпизод с бассейном. Это комната JR, спальня. Довольно-таки очень красивая комната. И, кстати, можно снять и остаться здесь на ночь, снять как гостиницу. Цену я не уточняла, но я думаю, что, возможно, даже пару тысяч долларов будет стоить за ночь здесь остаться. Вот свадебная фотография с JR и его жены. Теперь мы спускаемся на первый этаж по этой лестнице. Столько было рассказов о люстре, которая из камней Сваровски. О, вот снова мы вернулись к обеденному столу известному. Вот люстра. Здесь все камни Сваровски. Они так все прямо вау-вау-вау. Такая люстра. Ну, не знаю, ну, какая-то обычная люстра, как по мне. И вот такой туалетная комната последняя в этом здании. В общем-то, это была небольшая экскурсия, но незабываемая. Что вы думаете о моем видео? Спасибо!